Мексиканский священник из города Сальтильо нашел оригинальный способ окроплять прихожан святой водой. Для этого он использует игрушечный водяной пистолет. Что уж говорить о сутане Умберто Альвареса. На ней изображены такие герои комиксов, как Супермен и Бэтмен. По словам священника, это веселит детишек, присутствующих на мессах. Альварес считает, что подобный игровой подход поднимает настроение прихожан, особенно если учесть, что в последние несколько лет в окрестностях процветает организованная преступность. Например, участились случаи насилия, совершенного на почве наркомании. Правда, Альварес надевает сутану с изображением героев комиксов лишь на время служения мест, на которых присутствуют дети. В остальных случаях он следует всем канонам католицизма.